эта ночь решит судьбу Украины. 15 февраля воюющие на Востоке пообещали прекратить огонь. Неужели минские договоренности остудят пыл мести и потушат пламя взаимных обвинений? Террористы были покараны. Они все враги, все. 17-й канал с первых минут перемирия будет отслеживать ситуацию на фронте. Телемарафон «Последняя надежда» стартует 14 февраля в 23:40. Оставайтесь с нами, и да будет мир.